Как раз хочу, чтобы знал блатные песни. Про золотые купола душу мою радуют. А то не дождь, а то не снег, лишь дождь и не грамма золота. Золотые купола. Так где же эти купола? Пошел зэковский блок пошел. Зэковский подростковый блок. Период был сложный. Всем повезло в жизни. И моя любимая песня. Сидели мы у речки, у вонючки. Сидели мы в 12-м часу. Ты прислонилась ко мне своей корявой рожей и что-то пела, ковырялась в носу. Ты пела так, как пели все собаки. И у соседа обвалился потолок. А я хотела, чтобы без шума и без драки тряхнуться головою о пенек. Ты пишешь мне, что умерла корова, а я тебе купи себе быка. И выходи почаще на дорогу, чтобы брал тебя он на рога. Ты пишешь мне, что ты сломала ногу, а я тебе купи мне костыль. И выходи почаще на дорогу, чтобы сбивал тебя автомобиль. И выходи почаще на дорогу, чтобы сбивал тебя автомобиль. Зачем ты так? Это же искусство. Регина, зачем у тебя в мозгу столько ненужной информации? Это не информация, это ностальгия. Я думал, что у нее все это повыпадало вчера. Конечно. Сегодня, по-моему, с новой силой воспряла все. Сделала бэкап, да? Я сделала бэкап и апгрейдилась. Не, она сделала бэкап перед прыжком. После? Нет, перед. Бэкап и архивацию. А потом восстановила. А потом после резервной копии. Все нормально. И пошла разархивация. Плейлисты загрузились снова все. Зачем мы синхронизировали с iTunes? Вот что, ты много на себя взяла, теперь расплачивай.